Ребята, привет! Весна в деле. В России наступила весна. Наверное, наступает-то везде, что-то я уже гоню. Соскучился по вам постоянно, когда мы записываем ролик. Я думаю о том, кто эти ролики смотрит, о вас думаю. Ребят, все грамотные вопросы, которые задаете, мы их знаем. Как бы постараюсь это делать обязательно. Насчет, как бы, есть умники у нас среди вас, которые там говорят, там техническую информацию. Молодцы, красавчики, ребята, кто комментирует, кто пишет какую-то информацию, что я неправильно сказал. Все здорово, круто, учусь, обучаюсь со временем, как бы это важно. Ну, погнали. Весна наступила, сейчас на дворе март. Ну, реально, уже скоро, вот я смотрел прогноз, у нас сейчас получается, ну, уже начало марта, но вы будете смотреть, возможно, это уже в середине или в конце марта, это круто. То есть уже прогноз плюс 3, плюс 5 градусов, ништяк, уже можно слушать сабвуфер в удовольствие, в кайф. Поэтому сейчас вам немного расскажу о вот этой вещице. Это вообще как бы изначально видео про вот этот усилитель, эта вещь лично мной была протестирована в автомобиле, месяца два я ее слушал. Классный усилок, друзья, за эти деньги, это просто безумная штука. 10 тысяч рублей, средняя цена у него. Это Audionova 2-киловаттник. 2000 в 1 Ом. То есть получается в 1 Ом у него 2000 ватт при там, напряжении 14,4, например. Тут написано, что рабочее напряжение от 9 до 16, друзья, то есть такое получается, что производитель говорит о том, что при 9 он тоже может работать, но не нужно этого допускать, 12 это, я считаю, минимальная граница, хотя многие слушают их с большим просадом. Вот. Давайте его посмотрим, он обновлен, почему я объясню эти сабы здесь положил, потому что я примерно вам расскажу рекомендации, что можно взять к этому усилителю, это круто, то есть это уже уровень выше, я считаю, минимального, где сабы 500 номиналом, там, то есть 2000 ватт. В одином, поэтому сейчас мы его посмотрим, он обновился, сейчас мы вместе с вами откроем эту прикольную новинку и кайфанем. Погнали. Что предлагает Audionova Dynamic State? Класс, друзья, это обязательно колба. Блин, такая приколюха, но она важна. 180 ампер пред, есть колба, то есть покупая усилитель, ставите силовой кабель, если он у вас уже есть, рекомендую поменять колбу. Колбу новую поставить, плохо от этого не будет. Дальше вот этот регулятор баса. Я лично таким не пользуюсь, у меня выносной регулятор через межблок. Всем рекомендую, друзья, есть у Audionova такие, вот они как раз приезжают. Классная штука, то есть он подключается через тюльпаны, которые идут с магнитолы на саб. И уже с этого регулятора подключается усилитель. Очень чувствительный регулятор выходит, вы можете больше-меньше сделать. Классно, он реально чувствительный. Этим регулятором не пользовался, не подскажу, но в принципе тоже должен быть добротный. Ну, он здесь очень простой, как бы на нем здесь не сделан акцент. Погнали, что нам предлагается за 10 тысяч рублей 2 киловатта. Кстати, в линейке Audionova у них сейчас добавился еще усилитель 2,5 киловатта. Я думаю, попозже про него снимем видео. В машине я его, ну, возможно, протестирую, не обещаю, но ребята уже у нас их покупают, усилки добротные вообще. Этих усилителей первой версии было продано очень много. Ну-ка. Я кое-что... А, вот увидел я, все в комплекте. Погнали, посмотрим, что из себя представляет комплект. Коробку уберем. Вот так выглядит этот усилитель. Вещь, проверенная мной, друзья, стояла в тачке. Были в том году у нас несколько случаев того, что усилитель как-то вышел из строя. Но это реально мы не знали просто. Он сгорел у клиента. Оказывается, тут был вообще 16-й кабель подведен как бы. Из-за нехватки питания это произошло. Но мы решили вопрос, потом этот усилитель я себе поставил. И потом его продали. То есть, ну, это вещь офигенная. Просто так усилки не ломаются. Имейте в виду. Вот поэтому это класс. Аналоги как бы у него уже стоят, мне кажется, 15-20 тысяч. Болты для крепления усилителя к чему-либо. Рекомендую крепить усилитель. Между ним и поверхностью должно быть расстояние. Мы через шайбочки делаем, чтобы здесь циркулировал воздух обязательно. Здесь есть вентилятор, смотрите. Он здесь встроенный. И также расскажу о нововведениях определенных. Гарантийный талон. И вот такая вот инструкция, здесь все модельки. 1.800 пользуется популярностью, ништяк, 1200, 1500, 2500. Весь модельный ряд, мощности усилителей, которые реально перекрывают в принципе все. Еще также тут нет модельки, 1.600 он тоже появился, друзья. Погнали, давайте его изучим. 2000 в 1 Ом, можно также использовать его мостом этот усилок, он может работать как мастер. То есть можно купить второй, получить в 2 Ома 2700 ватт. За 20 тысяч рублей это, в принципе, офигительно, я считаю. Дальше погнали. Так, двухтысячник есть. Мостом в 2 Ома 2300. 2300 и 2700 получается в один канал.
в один канал и 2300 в 4 Ома, я так понял. Короче, вот, дальше. Тут, короче, куча всех значений, друзья, вы это все сами прочитаете, посмотрите. Нам здесь необходимо, да, в принципе, тут вообще все есть. Все параметры, которые нужны, здесь указаны. Дальше, смотрите, рекомендую, кто только начинает, обязательно прочитать эту инструкцию, посмотреть, что, какая крутилка из себя представляет. Это вам нужно для того, чтобы грамотно управлять вашей системой. Прям вообще рекомендация огромнейшая. Дальше, вход-выход, сейчас на усилке посмотрим. И тут добавлена фишка, сейчас о ней расскажу. Есть дополнительное включение выносного вентилятора. То есть вы можете поставить дополнительное охлаждение, и вот при помощи вот этого разъема, при достижении температуры в 50 градусов, ну, внутри усилителя, я так понимаю, там стоит датчик, появится здесь питание и включится принудительно дополнительное охлаждение. Это офигенная фишка. Вроде мелочь, но она очень важна летом, тем более в условиях эксплуатации, в теплое время года, потому что нагревается все, это важно. Дальше здесь варианты подключения, акустики, сабы и прочее, все найдете. Всю инструкцию не будем читать здесь, почитайте ее дома, пожалуйста, сами. Погнали смотреть. Входы под 0Г или КГ50. Спокойно этим кабелем, не то что спокойно, нужно его запитать. У меня он был запитанный четверкой. 4Г кабелем брендовым, но от аккумулятора, который стоит в багажнике, все стабильно работало. Здесь плюс и минус. Берем на подключение катушек сабвуфера и, соответственно, вот этот разъемчик, который для принудительного включения вентилятора. Прикольно. Эта добавка, такого не было в первой версии. Здесь работа как мастер, как и просто. Усилить ин — это вход. А вот это возможно вывести тюльпан еще на другой какой-либо усилитель. Это классно. Ну и 5 настроек здесь. Гейн, LPF, Subsonic, Bass Boost и фаза. То есть, в принципе, все. Здесь есть разъем для регулятора. Никаких излишеств нет, но за эти деньги это вещь вообще. Вот, и вот смотрите, здесь есть вентилятор. Друзья, вот эту модельку рекомендую рассмотреть, если хотите что-то мощное, но по цене как бы денег у вас не хватает. Конечно, есть вещи у того же Dynamic State и 2-киловаттники, то там 15-16 тысяч рублей стоят. Они тоже стоят своих денег, но это как бы самое первое, я считаю, решение. 2-киловаттник или 2,5 взять аудио новый, вы не пожалеете 100%. Погнали дальше. Здесь приготовил 3 сабика, которые в принципе будут классно сочетаться с данным усилителем. Это Hitachi Edge. Моделька 122 Spellman, в принципе, в представлении не нуждается. Все, многие его эксплуатанты знают его, ну, возможно, там не то, что знают, а говорят о какой-либо проблеме. Ну, наши клиенты с этим не испытывают трудности, если грамотно эксплуатировать, ничего не будет. Вот такой саб 122 SPL, 1500 номинал у этого саба, то есть 2-киловаттника, можно его качнуть. Будет играть, возможно, не во всю мощь, но зато ничего с ним не случится, он реально доставит удовольствие. Вот такой вот саб. В принципе, здесь огромный у него ход, все это знают, видосов куча, можете найти в YouTube Edge 122 SPL. И вот подводящий, кто-то говорит, что отрывается, у нас один, может быть, случай был, но я считаю, что тоже и зачастую из-за того, что просто на очень большой ход его выводят и все. И слишком долго это делают. Вот, в принципе, здесь, смотрите, отличие — это провода, как можно закоммутировать, то есть плюс плюсом, минус минусом водяном. И отсюда уже с этих проводов вывести непосредственно через трубу или через там щель, какой у вас короб, на усилитель, на терминалы усилка. Плюс и минус, вот так можно. Это у нас будет параллельное подключение. То есть, все. Давайте уберем этот Edge'ик. Следующую модельку покажу, это Апокалипс. Кстати, Edge стоит 9000 рублей, друзья. То есть за эту цену, то есть усилитель 10, Edge 9. То есть в районе 20 тысяч это сабовое звено с усилителем. В Апокалипсе такая инструкция, моделька 2612, она с меньшим номиналом, чем 27. Сейчас я вам по номиналу скажу, там куча разных наклеек раньше была, но сейчас все вроде четко. Также полторы номинал, как у Edge. Вот такая модель, которая в принципе, у Edge у нас литая корзина. Мы сейчас немножечко отличия посмотрим. Такая мощная коробка. Упаковка у всех ништяк, они должны в целости и сохранности. Крутой логотип, конечно, здесь вот все написано, DevBonds, все офигенно. Вот, штампованная корзина, большой магнит, она прикручена, корзина, шайбы, также здесь две, ну и подводящие как бы сделаны. Единственное, что там у нас провода выведены для подключения, здесь у нас терминал. Но это никак не затруднит подключение и будет все кайфово. 10500, фото 10500, 10700 он стоит. Вот ценник его и полторы номинал. Это тоже модель подойдет для Audio Nova 2000. Или наоборот, Audio Nova 2000 подойдет для данного саба. И моделька ББ. Я вам ББ здесь покажу.
Это Pride BB, то есть есть моделька HP, MT, но мы выбрали золотую серединку из них. Это BB версии 3, 12-чик также. Он стоит 11500, эта моделька. Вот такая большая инструкция у него и 1250 номинал. То есть Pride пишет только номинальную мощность, как бы пределу совершенства нет. Вот такой SAP уже увесистый, большой магнит. Здесь уже немного другие принципы, другая технология изготовления сабвуферов. Здесь уже вложено и знания, и умения, и прочие вещи. Это важно, как бы. То есть кто знает Pride, они в принципе это ценят. У каждого есть свой покупатель, и вам, каждому из вас, нужно выбрать, исходя из ваших предпочтений. Это важно. Сейчас покажем BB, вот такой вот SAP, у него уже штампованная корзина, такие вот терминалы, в принципе, сделана шайба своего на цвета идет, две, верхняя и нижняя. Здесь есть логотипчик Pride, там есть стопорное кольцо, которое покажет, если у вас был превышен ход и если вышел SAP из строя. Ну вот такая модель тоже, ребят, вещь хорошая, 1250 номинал. Вот, тоже она, в принципе, подойдет к усилителю, как бы Audio Novo 2000. И моделька еще есть Dynamic State, мы сейчас все их вот действительно продали, но мы сделаем ссылку, смотрите как будет. В описании будет ссылка на все 12-чики с номиналом от 1000 до 2000 ватт. И вы это все увидите и можете выбрать у нас на сайте любой как бы кайфовый для вас ап. Друзья, поздравляю вас с началом весны, вам отличного настроения, позитива, бодрячка. Смотрите видосики, много придумок, много снимаем, поэтому... И плюс, кому интересно, вы действительно ходите в Челябинской области, если интересно снять видос про вашу машину, пишите в личку, пишите нам в сообщениях, мы с удовольствием это сделаем, это все для вас будет совершенно бесплатно. Вам нужно только договориться с нами на время и приехать. Для чего делаем? Для того, что задача нашего канала, там позитивно-познавательный он называется, показать еще обычные машины простые. То есть мы нет задачи снимать супер там демо-кары там, с 50 динамиками. Нет, вам интересно показывать вот те машины, которые собирают наши клиенты, там, ребята, которые приезжают в автокасту. Поэтому вам успехов, уральскую пятерку, ждите новых видосиков. Пока.